Евгений, далеки ли те времена, когда первичное изучение анализов пациента, КТ, МРТ, рентген, вот это вот все, врачи смогут доверить нейросетям? Очень хотелось бы, чтобы эти времена были прямо сегодня, чтобы врачи всю рутину, которой им приходится заниматься, чтобы они смогли отдать автоматике некой нейросетям или чему-то еще, неважно. Но, к сожалению, наверное, это еще будет не скоро. Евгений Попов, руководитель направления здравоохранения компании «Яндекс.Клауд», разработчик нейросети, помогающий врачам по данным снимков УЗИ выявлять редкую патологию плода на ранних сроках беременности. Вы являетесь основным разработчиком нейросети, которая благодаря данным УЗИ-исследования помогает врачам выявлять очень сложное заболевание спинобифида. Это врожденное заболевание центральной нервной системы у детей. И вы представляете компанию Яндекс, которую в большинстве случаев люди не ассоциируют с медициной. Почему такое направление выбрали? Когда в конце прошлого года к нам пришли ребята из фонда и рассказали об этой проблеме, мы просто не смогли пройти мимо. То есть мы настолько прониклись тем, насколько это решение будет полезно, что мы решили, давайте, конечно, делать, вообще не обсуждается. Спинобифиды – это достаточно редкий порог развития центральной нервной системы, который проявляется в виде незаращения нервной трубки на ранних стадиях эмбрионального развития от 5 до 7 недели беременности. Проявляется в виде дефекта мягких тканей, которые закрывают спинномозговой канал. Заболевание редкое, но крайне тяжелое. Грозит пожизненной инвалидной коляской, а в некоторых случаях и гидроцефалией из-за нарушения циркуляции спинномозговой жидкости. Избежать тяжелых последствий можно, только если выявить болезнь в первом триместре беременности. Проект ранней диагностики недуга был задуман в благотворительном фонде спинобифида и поддержан Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Наш фонд работает уже более 8 лет. В регистре фонда 2000 подопечных. И основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это поздняя диагностика и позднее выявление патологии плода. То есть беременная женщина, особенно в регионе, может узнать о том, что у нее ребенка патология плода уже после родов. И это не оставляет выбора женщине. Чаще всего таких детей отказываются. По опыту фонда каждый четвертый ребенок имеет опыт сиротства. Мы не успеваем сделать внутриутробную операцию, прооперировать его в Москве у экспертов или сделать прерывание на раннем сроке. Диагностика, о чем мы сегодня поговорим уже в первом триместре, это 11-14 недель беременности, позволяет нам своевременно подготовить пациентку к операции внутриутробной, которая заключается в том, что мы совместно с нашими коллегами-нейрохирургами детскими, это доктор Зиненко Дмитрий Юрьевич, мы проводим операции по устранению этого дефекта. Да? То есть сформируется разрез на матке, который дает доступ для наших коллег-нейрохирургов, и они послойно восстанавливают вот этот дефект, то есть зашивают мягкие ткани и закрывают спиной мозг. Если на ранних сроках выявить патологию и успеть прооперироваться до 26 недели внутриутробно, а это фантастика, это космос, женщина оперирует беременную, и потом женщина продолжает быть беременной после этого, и ребенок рождается значительно здоровее, он может, правда, не отличаться от сверстников, расти обычным ребенком. Шансы на идеальный исход внутриутробной операции врачи оценивают опять-таки по результатам УЗИ-исследования. Не стопроцентные, но они есть. Оперируя ребенка после рождения, на подобный исход рассчитывать уже не приходится. Как вообще организовывалась эта нейросеть? Сколько времени и усилий потребовалось на это? Мы где-то в районе полугода потратили на весь проект, но это только первый шаг. Мы прямо глубоко погрузились в работу врачей, нарисовали блок схемки, поняли, как это сделать технически, сделали архитектуру. То есть диалог был очень плотный. Вы нашей съемочной группе рассказали подробнее о том, как работает нейросеть. Давайте это видео сейчас посмотрим. Надо зайти на сайт по ссылке, конечно же, прочитать условия, что обычно никто не делает, согласиться с ними и только потом перейти к приложению. В приложении есть ряд примеров в сагитальной и воксиальной плоскости «Норма и патология», где можно посмотреть, как работает сервис. Здесь искомое изображение, это выделенная зона интереса. На вход подается, загружается изображение, одно или несколько ключевых изображений. Мы берем в данном случае УЗИ, и УЗИ — это, скажем так, видеопоток,
из которого можно вырезать ключевые кадры. Вот мы работаем с ключевыми кадрами. То есть врач берет ключевой кадр, загружает его. Есть определенные требования к этому ключевому кадру. Должно быть срединно-сагитальный срез, это как бы вид сбоку, ну, либо аксиальный срез. Загружает его в сервис, и дальше он обрабатывается вот этим неким цепочкой из нейронных сетей. Первая нейронная сеть, она определяет зону интереса, то есть она ищет то место, на которое должен посмотреть врач. В нашем случае она выделяет голову плода. Дальше отрабатывает цепочка из двух нейронных сетей. Там есть две нейронные сети для аксиальной плоскости, две для сагитальной. Это сделано потому, что признаки, картинка, ну, совершенно разная. Первая нейронка, она говорит, у тебя изображение качественное с вероятностью такой-то. Это, если что, дает врачу информацию для размышления. Может быть, нужно выбрать другой ключевой кадр. Вторая нейронная сеть, она, собственно, ищет признаки патологии. Я знаю, что участие в разработке нейросети принимали студенты школы анализа данных. Чем они занимались? Да практически всем. Ну, на самом деле, когда мы описали алгоритм, мы этот алгоритм описывали вместе со студентами. И это нужно было для того, чтобы студенты, ну, те вот специалисты по ML, которые вместе с нами разрабатывали, студенты — это слово такое, студенты. На самом деле это специалисты достаточно высокого уровня. Это не то, что вы бесплатную рабочую силу нашли и студентам все отдали, да? Да, да, да. Это вполне себе состоявшиеся люди, которые там где-то работают. Просто они прошли курс обучения у нас в ШАДе, и на тот момент они были студентами. Им нужно было, для того, чтобы подобрать архитектуру нейронок, которые там будут использоваться, им нужно было понять, как это работает, ну, вот эту физику процесса. Поэтому они с нами начинали вот с этого ресерча и заканчивая уже вот самой технической реализацией, написанием приложения, уже реализацией этого в коде. Вот та нейросеть, о которой мы с вами разговариваем, это некоммерческий проект. И изначально ли было запланировано, что он будет доступен, что он будет бесплатен? В Яндекс.Клауд у нас есть направление стратегических национальных проектов. И у нас проекты, вот такие, которые мы делаем, наверное, по экологии видели наши проекты, они некоммерческие. Здесь такая же история. Все результаты мы открыли в open source, в открытый доступ, чтобы их могли уже использовать не только в России, но и в мире. То есть и она теперь разойдется по всему миру, эта программа, и будет помогать в самых разных странах. Вы даже не знаете, где, наверное, да? Ну, мы очень надеемся, что так и будет, и что производители УЗИ оборудования, что, может быть, они подхватят эти модели, встроят, ну, чтобы это было в рабочем месте каждого врача. Есть ли сегодня какие-то данные, какое количество людей обращается к этой нейросети, и какова география этих обращений, где ее уже используют? Ну, так как этот сервис открыт для всех бесплатно, несомненно, обращается. По нагрузке мы видим, что обращаются и много. А также потому, что туда загружают, мы видим, ну, что загружают иногда там все подряд. Какие-то балуются просто. Балуются, да. Испытывают сервис на прочность иногда. Но у нас в планах провести настоящее клиническое тестирование, мультицентровое, может быть, даже международное, если получится, с привлечением уже экспертов, именно врачей-экспертов, может быть, даже со всего мира. Дай бог. Хочу задать вам несколько вопросов в режиме блица. Это похоже на детскую игру «Съедобно-несъедобное». Наверняка вы играли. У нас игра называется «Правда-неправда». Я вам кидаю мячик, задаю вопрос, а вы мне его возвращаете, когда ответите. Правда ли, что заболевание спина бифида настолько редкое, что очень мало данных было загружено в нейросеть, чтобы она обучалась, и поэтому пока что могут быть ошибки? Конечно, это заболевание относится к категории орфанных. У нас датасет был с патологией всего около 300 исследований. Но уже за те полгода, по которым мы делали проект, мы уже набрали, ну не мы, МИЦ Кулакова, набрали еще датасет. Дальше мы будем дообучать, модель будет умнее. Правда ли, что вы сделали нейросеть это не только бесплатной, но и разместили ее исходный код в прямом доступе, а значит, люди смогут загрузить эту программу, ну, практически в любой больнице, в любой точке мира и использовать даже без интернета? Правда. Более того, мы открыли не только исходный код самой программы, чтобы люди могли установить, но и открыли обученные модели, чтобы можно было взять те модели и встроить, ну, куда-то свою работу. Например, встроить непосредственно в УЗИ-аппарат производителями. Правда ли, что при большом количестве обращений через какое-то время
нейросеть научится настолько хорошо, что будет давать стопроцентные результаты, будет ставить диагнозы сама, и врачи смогут доверять ей полностью? Если это время стремится к бесконечности, и объем данных стремится к бесконечности математически, наверное, да. На нашем веку, наверное, нет. Все-таки врач главнее. Он из фантастических решение. Книжек, значит, это? Да. Как вы планируете совершенствовать нейросеть в будущем? Что нас ждет еще? Во-первых, мы планируем все это дообучать. Более того, мы планируем встроить в центре Кулакова, выстроить процесс, чтобы дальше они могли дообучать эту модель сами, дать им механизм, чтобы они могли автоматически это дообучать и автоматически выкладывать новые версии. Но получается, это бесконечный процесс. Конечно. До обучения, правильно? Конечно. Естественно, другие проекты, в том числе с центром Кулакова, другие патологии, другие важные проблемы, которые важны для врача и пациента. Спасибо за это интервью и за тех детей, которым своевременно окажут медицинскую помощь и спасут от опасного недуга. Спасибо вам, что вы об этом рассказываете и привлекаете внимание к этой проблеме. Главное, чтобы люди о ней знали и знали, куда обращаться. А нашим телезрителям я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы стал Евгений Попов, руководитель направления здравоохранения компании Яндекс.Клауд, основной разработчик нейросети, которая помогает врачам выявлять редкую патологию плода на ранних сроках беременности. И это не фантастика.